Пруд посреди полей. Вечер 28 августа 2015 года. Лягушки снова разбегаются, как только я сюда прихожу. Но, наверное, больше всего интереснее здесь весной. Надо будет весной еще поприезжать к этому пруду. Так, даже в 17-х числах мая, вот так, 17-е, 20 мая. А сейчас лето уже подходит к концу. Природа ждет осени и готовится к зиме. Сорванное мною тут днем. Ну, вот такая штука от этого трогоза. Пушистая. Вот такая здесь прекрасная природа. Вечер 28 августа 2015. Но красивее будет осенью даже, да, когда листья пожелтеют. Вот где-то через дней 20 это будет. Через дней 20-30 в конце сентября, особенно здесь будет очень красиво, думаю. Числа так 27 сентября. Но и сейчас есть уже небольшие зеленые листья вперемешку с желтыми. Вот они сейчас есть здесь. Очень красиво, думаю, будет осенью, в конце сентября здесь. Ну а так весной еще красивее будет, думаю. Здесь тоже пушистый рогоз. И тут везде пушистые рогозы. Запомните эту природу такой конца лета 2015 года.